Управлять страной с помощью блокчейн. Руководство Республики Татарстан совместно с фондом LifeSreda рассматривает возможность внедрения технологии блокчейн в систему госуправления. Об этом в интервью ИА «Татаринформ» сообщил директор по развитию бизнеса LifeSreda Максим Авдеев. На сегодняшний день фондом LifeSreda и местными властями Татарстана проводится ряд действий, направленных на разработку конкретных продуктов и решений.